У поклонников дрифта, вида автомобильного спорта, который только-только набирает обороты в России, есть одна замечательная традиция. Каждый год в последние выходные октября они собираются на шоу «Дрифт Экспо», чтобы пообщаться со своими единомышленниками, посмотреть на яркие переделанные автомобили и, возможно, даже принять участие в каких-либо конкурсах. Более 100 машин-участников. Соревнования по дрифту на радиоуправляемых моделях. Лекции ведущих пилотов российской дрифт-серии. Виртуальный кубок по дрифтингу. И это лишь малая часть ежегодного праздника для любителей езды в управляемом заносе. Это наш Nissan Silvia S15, которую мы купили за 110 тысяч рублей, голый кузов. Мы очень много использовали бэушных запчастей, очень дешевых запчастей. Много друзей нам помогло в этом. Поставили турбину от КамАЗа. Павильон условно разделился на 4 части. Площадку с полупрофессиональными проектами, с боевыми машинами в разобранном виде, с командами российской дрифт-серии и лекторий. На улице в это время резвились каскадеры и дрифт-такси. Данная выставка поражает тем, что здесь в павильоне представлены автомобили, простите, не в самом идеальном техническом и визуальном состоянии. Но это есть неотъемлемая часть именно автоспорта, дрифта. Автомобили, которые по-настоящему ездят, они не могут быть всегда в идеальном состоянии. С каждым годом Дрифт Экспо привлекает все больше посетителей, а потому останавливаться на достигнутом организаторы не намерены. В следующем году мы решили развивать эту тему дальше. Мы переходим уже в регионы, в частности, мы везем Дрифт Экспо в Сочи. Вот, и делаем там тоже фестиваль для, собственно, ребят в горах.